Другим темам. У Молдовы есть шанс увеличить объем экспорта овощей и фруктов, в частности в Россию, и освоить новые рынки сбыта. Все зависит от устремлений и настойчивости самих производителей. К такому выводу пришли эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Вместе с Европейским банком реконструкции и развития они готовы помочь молдавским фермерам. О проблемах и наращивании потенциала отечественного плодовощного производства речь шла на международной конференции, состоявшейся в Кишиневе. В мировом торговом обороте это порядка 180 миллиардов долларов в год. Место для яблок и слив из Молдовы всегда найдется. Для этого необходимо повысить качество и усилить маркетинг, считает экономист Центра инвестиций ФАО Андрей Ермак. По его мнению, многие молдавские производители сконцентрированы исключительно на затратах, а не на получении прибыли. Они должны не ждать, а самостоятельно искать рынки сбыта, вести упорные переговоры. Я не скажу, что что-то плохо делается. Это прежде всего изменение ментальности. Она меняется. И я могу сделать комплимент молдавским поставщикам, производителям. Здесь ментальность меняется намного быстрее, чем во многих других странах бывшего Советского Союза. Так что вы молодцы. Теорию производителям преподают на семинарах. Уже провели 3. В этих семинарах, где мы говорили о новых технологиях, о новых рынках, участвовали международные эксперты очень высокого класса специалисты, которых мы знаем, и которые рассказывали из первых уст, как это можно сделать. И они даже демонстрировали новые конкретные рынки для Республики Молдова. Молдавский производитель должен научиться разрабатывать план действий и понимать, как защититься от угроз, которые могут возникнуть прежде всего на российском рынке, считает международный консультант Федор Рыбалко. Российское производство в середине, оно тоже растет. Доходы российских потребителей, к сожалению, они тоже снизились. То есть, что привело к уменьшению импорта. Уменьшение импорта, соответственно, приводит к уменьшению спроса на молдавскую продукцию. Участники форума имели возможность ознакомиться с передовым опытом в области маркетинга, производства, развития современных систем торговли и новыми экспортными возможностями. В мероприятии приняли участие порядка 120 производителей, оптовых и розничных торговцев, экспертов рынка, а также представителей импортеров и сетей супермаркетов из Беларуси, Таджикистана, Румынии, России и Украины.